Василиска, мы сегодня открываем вот такую огромную куклу Лалалупсия доктор с ее мишкой пациентом больным. А еще, кроме мишки, мы откроем вот такие два сюрприза. Посмотри, Васюшка, Monster High. Я знаю, что эти сюрпризы, конечно, предназначены для детей постарше, но я видела этих куколок. Их Марью, тоже надо лечить. Марью, ну что, ты готова лечить? Да! Давай тогда сейчас откроем сюрпризы Monster High и посмотрим, какие еще пациенты попадутся нашей Лалалупси. А потом откроем нашу куколку. Давай я тебе помогу вот здесь вот снять вот эту защитную пленочку. Вот, а ты будешь уже открывать. Надеюсь, что у тебя получится. Итак, мама снимает вот эту вот защитную пленку. А Василиса разбирается дальше с самой упаковочкой. И я сразу сниму и вторую, чтобы Васенька смогла дальше открывать коробочки. Вот такие вот прикольные сюрпризы. Сейчас вы увидите, что они совсем не страшные. Ну, я надеюсь, что они не страшные, что ничего страшного нам не... Куколка! Вау! Вот такая куколка попалась нам в первом сюрпризе. Давай посмотрим. Я открою вот этот вот вкладыш. Здесь очень-очень много куколок, очень-очень много вот этих вот монстряшек. И они все совершенно не страшные. То есть я думаю, что таких монстров можно даже маленьким деткам показать, и с ними можно поиграть. И тем более таких монстряшек обязательно нужно полечить. Сейчас мы посмотрим, кто же попался нам. Вот нам попалась вот эта вот монстряшка. Вот она. И сейчас мы откроем саму упаковочку и посмотрим на нее. Сейчас мама откроет, покажет. И потом, конечно же, это будет наш первый пациент. Вот такая вот зеленая монстряшка нам попалась в первом сюрпризе. Вот такая вот она интересная, классная и совсем-совсем не страшная. У нее что у нас тут? У нее зашит ротик, и у нее такие прикольные глазки, черная платьица. Вот, и она так вот сидит. И что самое интересное, эти куколки вот из упаковочки, в которой она сидела, вот так вот. Можно ее сюда назад посадить? Вот так, да? Или вот так? Вот. И она будет тут сидеть как в домике и ждать своей очереди, чтобы попасть на прием к нашей Лалалупсии врачу. Вот такой вот первый сюрприз у нас попался. И ну что, открываем наш второй сюрприз, Васень? Да. Давай посмотрим, что у нас будет во втором сюрпризике. Не надо, не вот это. Давай. Ты открываешь? Открывай. И мы смотрим, что у нас попадается здесь. Кукла. Вот ее тоже гробик. И давай мама посмотрит, откроет. О, вау, такая она тоже прикольненькая. Сейчас откроем. И надо будет посмотреть, потому что у этих куколок тоже тут разные есть шансы. Сейчас я вам покажу вот эту вот монстряшку. Вот видите, они совершенно не страшные. Они такие милые, очаровательные. У нее такие длинные волосы классные. Она какая-то, как египетская какая-то царица. Такая вот с такими мотивами, как вся в бинтах перемотанная. О, это точно пациент нашей Лалалупсии доктора. И давай сейчас их сюда в домике посадим, а я скажу, насколько редкие или не редкие у нас эти фигурки. У нас вот эта зеленая монстряшка, это обычная фигурка, а вот такая вот, вот эта монстряшка, она тоже у нас обычная. То есть у нас две такие вот обычные куколки. Но они от этого не менее классные становятся. И знаешь, что можно делать? Вот так вот их гробики соединять, и они будут жить вот так вот в гробиках вдвоем. Вот такие вот у нас прикольные сюрпризы Monster High. Они мне очень понравились. И я считаю, что такими игрушками вполне может играть ребенок и до 6 лет. Они очень милые. Упала, мама. Вот, Васюшка, у нас уже готовы первые два пациента, которые будут отправляться на лечение к нашей Лалалупсии. Ну что, теперь мы открываем нашу большую коробку с куклой. Да? Ну и давай готовиться. Сейчас мама ее будет открывать и будем доставать. А вот что я хочу рассказать про эту куколку. Это куколки. Да-да. Это уже не первая игрушка, которую я покупаю на Амазоне в разделе
использованных игрушек. Я вам советую, если вы хотите сэкономить немножечко денег, вы можете в разделе использованных игрушек посмотреть состояние новое, но немножечко может быть какая-то будет проблема с упаковкой. И самое интересное, что из Америки коробки приходят в таком состоянии, что, в общем-то, это состояние использованности такое же, как и в новых коробках. Вот, поэтому я вам всем советую сэкономить долларов 10-15 на покупке кубков. Вот в таком состоянии. Они абсолютно ничем не отличаются от целых, от новых игрушек. Вот. Так что, Васюка, смотри, мы сейчас достаем нашу куколку. Вау, смотри, вот что у нас тут. Смотри, вот наш больной пациент, наш медведь игрушечный. Вот, вот его повязка на голову. Вот. Ну что, Васька, смотри, какая она классная. Снимаем с нее последние резиночки. А, его резиночка держит ее фонендоскоп. Смотри, какая у нас прикольная куколка, Васюха. Вау, она такая здоровская. И она довольно большая. Васюнька, смотри, у нашей Лалалупси есть вот такая вот юбочка. Есть фонендоскоп. Голова вот так вот у нее крутится, поворачивается. Вау, смотри, какие у нее волосы классные. Сзади кучеряшки классные. Ее тапочки снимаются. Она такая классная. И у нее есть фонендоскоп. А также у Лалалупси есть свой пациент. Вот такой вот Мишка. Держи куколку, держи. А так, вот такой вот есть медведь у нашей Лалалупси. Это ее друг игрушечный. И у друга снимается вот так вот повязка на голову. И повязка, вот здесь вот тоже он что-то болеет очень. И что-то у него с глазиком произошло. Также у нашей Лалалупси есть вот такой вот чемоданчик, куда можно складывать все принадлежности. Вот он вот такой. Надо посмотреть, конечно, где от него низ. Или вот он такой вот и должен быть. Есть еще вот такое любовное зелье. И волшебная вот такая вот ложечка. И везде здесь есть какие-то такие украшения, оно все так детализировано прикольно. Здесь вот есть вот такая вот завязочка, пробочка, очень здорово. Здесь написано, что это за лекарство. И ложечка тоже с сердечком. Все, вот видишь, как сделано с любовью. Васюшка, я думаю, что нашей Лалалупси можно начинать вести прием. Ну что, Лалалупси сейчас пойдет в гости к Мишке. Ой, я заболел, у меня болит горлышко. И Лалалупси пришла, да, к нашему медведю, открывает чемоданчик, как будто бы такой, чипс, принесла чемоданчик. Вот здесь вот есть зелье волшебное, и надо накормить нашего Мишку микстурой. Наливай микстуру в ложечку. Васенька, давай нашему Мишке микстурки в ротик ему. Ам, ням-ням-ням-ням-ням. Вот так вот. Вкусно? А теперь Мишка пойдет к Лалалупси, и Лалалупси его будет слушать. Дышите, не дышите. Дышите, не дышите, Вась. Дышите, не дышите. Попробуй, так как ты к доктору ходишь. Покажи Мишке, что это совсем не страшно. Дышите, не дышите, говорит Лалалупси, да? Дышите, не дышите. Вот так вот. Ну что ты думаешь, Мишка уже здоров? Да. Ура! Давай скорее снимать с Мишки повязки. Смотри, какой он стал радостный. Хоть он и игрушка, но он все равно радуется. Мишка у нас такой вязаный, классный, здорово. Ну что, раз мы вылечили медведя, может быть, Лалалупси справит и наших монстряшек, давай будем лечить и девочек. А то тут у одной девочки вон рот зашит, вторая вся в бинтиках. Им тоже, наверное, нужно волшебное зелье. Давай девочкам-монстряшкам тоже по ложечке зелья выдадим. Вот так вот накапаем микстурки, чтобы они попили. Вкусное лекарство у тебя. Чудесное лекарство. А второй монстряшке? Или тоже дышите, не дышите? Да. Ну давай. Давай, сделай. Да, да. Послушай, как она дышит. Хрипов нет? Давай, дышите, не дышите. Дышите, не дышите. Ну что, Васюша, здоровая эта монстряшка? Да, да. Она выздоровела, она радостная бежит к нашему медведю. И вторая монстряшка тоже говорит: Василиса, я хочу, чтобы Лалалупси, доктор меня тоже вылечила. Пожалуйста, налейте мне тоже волшебного зелья.
Я тоже хочу быть здоровая. Вот так вот ложечку зелья. М-м-м-м, как вкусно. А теперь надо послушать, как там дышит наша куколка. Дышите, не дышите. Дышите, не дышите. Ну что, здоровая эта монстряшка? Да? Ура! Как мы рады все. Она уже, смотри, прибежала и села сюда. Василиса, мы вылечили все наши игрушки. Мы вылечили с Лололупсией доктором даже Монстр Хай, двух монстряшек. Они болели. Мы им дали микстуру. Да, у нас есть вот такая вот чудо-ложечка от нашей чудо-баночки. Вот, и мы вылечили наших зверят. А наш игрушечный медведь снял с себя все вот эти вот повязки. И теперь мы все пойдем гулять, наконец-то! Вот такая у нас сегодня получилась история с нашей куколкой Лололупсией доктор, с ее вязаным игрушечным другом медведем и двумя сюрпризами, в которых мы нашли вот таких вот чудесных монстряшек, совершенно не страшных. Они немножечко болели, у них были проблемы со здоровьем, но Лололупсия их вылечила! Ура, Василиска! Мы будем сейчас со всеми прощаться и говорить всем пока-пока! Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал! А мы будем продолжать радовать вас интересными новыми видео. И очень скоро вернемся к вам с новинками. Всем пока-пока! Пока-пока! До свидания, ребята! Круто! Пока!